И ЧП на Фонтане. Уже двое суток. Жители 5 домов на улице Артиллерийской сидят без электричества. Строители жилого комплекса на 4-й станции Фонтана, забивая сваи, повредили высоковольтный кабель. Местные настроены решительно. Написали несколько жалоб, но после того, как они остались без ответа, отправились пикетировать стройплощадку. Сотрудник отдела продаж, увидев возмущенных людей, с рабочего места сбежала. А строители спешно закрыли перед ними ворота. Чего вы боитесь? Мы же найдем вас все равно. И они отрицали свою вину, говорили, что им не была предоставлена строительная документация, на которой были бы эти сети указаны. Соответственно, они не знали о том, что пролегают данные сети по территории их строительства. Мы не можем сохранить свои продукты, мы не можем в квартирах включить свет, мы не можем пользоваться всеми благами цивилизации. Застройщик, утверждают местные, ликвидировать последствия ЧП не собирается. Восстановить людям электроснабжение якобы готово КП «Горсвет». Из-за повреждения кабеля обесточены не только жилые дома, но и военная академия, подразделения СБУ, ПИДИНА и другие объекты.